Птички на солнышке поют весенне, по весне солнышко светит. На мороз дают сейчас минус 7. Обещают до 28-го, с 23-го, особенно по 28-е. Снег он блестит, как по 28-е морозы до 30 будет держать. Ну это сейчас соломы побольше подкину. Соболю-то не надо, у него там есть. Все равно он спит на снегу. В будку заходит только после 30-ки. О, услышал меня. Я сейчас поскулю. Птицы все крошки собрали. Капитошки. Так. Лайма место. Место, я сказал. Она одна выйдет. Место. Ну. Как ж так-то, да? А? Как ж так-то, да, Влад? Тихо. Песню устраивайте мне. Что такое? Ну? Накопает он. Чего ты трясешься вся? А? Ну терпите. Ну пару минут-то можно потерпеть. Тайна. А? Пару минуточек. Лаймус. Ай. Сейчас Златка подойдет еще ко мне раз. И это. Я вас буду выпускать. Златуля, иди ко мне. Злата. А, в туалет. Тихо. Злата, иди ко мне сюда. Иди ко мне. Молодец. Ты моя послушная девочка становишься. Да? Выпускаю. Лети. Танюха на миссию, да? Сядь. Так, молодец. Сядь. Сидеть. Лети. Миссия невыполнима 2. Разворот и ко мне. Первый раз такая у меня собака, которая миссию выполняет какую-то. Ну ладно, в принципе, мамка ихняя была, она тоже выпускаешь с машины. Обязательно она выходит не вперед. Сначала пробежать назад, откуда заехали в лес. Там сделать метку на заезде. 200-300 метров проедет, она пробежит. О. И все, и сразу входу, потом все как положено. Тоже как бы миссию выполняла обратным следом. Заезд метила и вперед со всеми, вперед машин. Ох, солнышко блестит, прям вообще это, снег блестит, солнышко, ух, светит. Тайна, это Злата, иди сюда. Злата. Ты моя девочка, идет, знает уже, да? Капец, да? Ай. Какая вкусная капуста, да? Давай, играй с ней. О, пролетел. Слон. Кто это? Не надо там заходить.
Самая лучшая погода для западника. Ну, для лайк вообще. И хаски туда же, и маламуты. Всем хорошо. Сейчас здесь пролетят, наверное. Нет? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Тихо, девки. Вот так вот, да? По ямам. Вот. Ой, словно. Что такое? А? Соболен. Давай, рыкнула. Все? Что ты ко мне? Меня охранил. Вот зашка рыкнула. Скажи, я капусту буду. Растет девка. Сейчас поменяется она после 4 месяцев. Будет совсем другая, да, Соболинус? А вот капуста тебе прям вот больше всех нужна. Ты прям так ее любишь? Да, Соболь? Ты любишь капусту, да? Ты ее не любишь. Ты любишь охранять. Таньку ты любишь, да, Татьяна Юрьевна? Я тебя рыкну, вот начинает показывать свое. Вот не будешь ты ее есть. Ты делаешь вид, что ты ее ешь. Златка до мамки докапывается. Ай. Голая вся. Голая вся, почистилась. Еще пару выходов в лес. Будешь чистенькой совсем. Ну, может, к концу марта оденешься. На московскую съездим, выставку с тобой. Если вдруг что тебя загубит на калужской. Ведь-то вон одетые, как пуховики. Златку можно, она будет очень шикарно будет одета. Она одетая прям, одежка у нее очень хорошая. У щенка. А ты про тебя слова-то нет. Миссионерка ты моя. Ну не пенсионерка, это точно. В рассвете сил. Иди мужа погоняй. Что ты меня обнимаешь опять, а? Вот у вас привычка-то в крови. Что югана обнимаешь, что ты, а? Не ты обнимаешься, да? И тебя приучает она, да? Да. Толчок, прыжок. Погуляйте. Возьми ее чавльником, сядь на нее, правильно, садись, погрей попу. Она мягкая. Таскай ее, таскай. Там не прокусить, там шуба хорошая. Там такая шуба у Златки. А? Укусил за губу тебя лайм? Будешь знать, у него зубы как иголки. Более спокойно, видите, становится рядом со мной. Сейчас приучим. Пусть пока бегает, гуляет. Все покажется со временем, все. Всему научим. Нам много не надо, вот рядом ходить. Голос будет давать, звонарка еще та. Сразу видно, голосистая мать. Ну и этот. Сидеть, да рядом, чтобы в ринге ходила, да, на поводке. Нам другие команды не нужны. Позыв ко мне.
Все просто. Позыв у нас обычный, охотничий. Интонация голоса. Опа, прогнал ее. Злата, что ты пошла к нему? И это там шарится. Вы что? К Соболю пошли на разведку. Старпер, он коптер. Он в шоке. Выгнал вас. А? Коптер. Охраняй дом. А, Соболь? Соболь. Что? Ты сики, сики. И лыжи, смотри, чтобы мои не сперли. Бедный куст. Сейчас соломки вам подкину, девкам. Этому-то не буду, этого шуба там до боже. Солнышко хорошо, мороз будет опять сегодня. Ну все, до 28 числа будут морозы. Но зато в лесу сейчас будет классно. Сейчас ждем. 23-го точно придут запчасти. А, Соболь? Да? Да, Мардана. Мардана Челентана ты мой. Иди, иди, иди. Когда я разрешаю, можно. Да, будь здоров. Все ко мне. Да, ревни. Два ревница. Два, два. 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 Блуждающих оленя. Кони в яблоках. Да. Лаймас. Ты ко мне, да? Не глажу я тебя, да? Не глажу совсем. Да. Скажи, а что нам гладить? Мы уже большие. Когда надо, подойду, поласкаюсь. Соболь утащил капусту, лайма. Соболь, пошел. Ты не ешь все равно. Так. Соболь, фу! Это на Общаковская. Я сказал... Бери, лайма. Вот Общаковская, нет, все равно. Готов тащить все. Лайм, он в туалет пошел. Сок, сок им вкусный там, да, в капусте. Сейчас она обмерзнет еще. Будет еще вкуснее, сладенькая будет. Ох, конь. Пошел, провели, пошел, пошел. И это с мелкой за ним. Не ходи ты. У него дурные мысли. Он сейчас будет там высматривать, кого прогнать. Охраняет же. Его же территория-то. Что, лиса? Что, лисица, сестрица? Кашу, кашу. Все, Тайна, иди гуляй. Нежится, вот это неженка. А ты, да, щелк-щелк. И буф. Тебе все надо, все твое. Опять встал на охрану. Ешь, ешь мне. Вот, вот палка, ты видишь? И тебе по жопе. На, 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 и тебе, и тебе. Куси его за жопу, во. Пролетел, как стрела.
О. Вон стрекозлы. На перерез. Ох. Поругайся, Най. Вот так вот у нас день морозный, день чудесный. А собакам на радость. Все такие. О, игры, поигрульки, снегу, валянки. Свои праздники зимние. Зимой так не поэтому. Поругайся на него. Он проказник еще тот. Сейчас здесь пролетят 100-200. Раз. Тормознул. И что встать? Прыг. Уже на охране смотрит там. Что стропалились? Что встали на защиту? Вас национализацию еще пока никто не ставил. Капуста вас интересует. Крутится волчок. Молодцы. И Златка-то рычит. Учат они, учат. Берет пример. Молодцы. Какую-то костягу нашла, да? Идите, я вам дам распределить. Сейчас ляжете, я вам пока будете заняты, я вам соломки постелю. Лайм. Злата. Ты на столе. Нифига ты. Иди сюда, Злата. На. Злата, иди сюда. Злата, на. Иди ко мне. На. Пальцы тихо. Соболь. Ты у кого? У Таньки украл? Это она тебя кормит, я понял. Злата, или ты у Златки взял? На. На. А, нет, Златки есть. Иди, нахалка. Иди ешь свою. Всех есть. Вот Танька молодец. Берет, бросает соболю. Потом другую еще берет, сразу бежит. Ест только вторую. Первый раз.